Всем привет, ребят, меня зовут Абай60К, и сегодня я вам покажу все пасхалки и мифы. Давайте проверим. Первый миф, о котором вы не знали. Сейчас поставим, конечно же, тузик или там. Потом летим где-то. Вы знаете такую пасхалку? Правильно, кто из вас отгадал, это аллигатор. Он где-то тут должен примерно быть. Так. И, ребята, вот. Летим. Долетаем. На нашем новом тузе. Так, тут пасхалки нет. Нет. Мне так долго лететь? Очень долго, по-моему, так. Ничего, ребят, сейчас успеем. Летим. Там пасхалка. Пасхалки нет. Только там. Что, вариант, летим туда. А что она как лазерная винтовка? Вы не заметили звук? Вот, ребят, вот эта пасхалка. Сейчас. Вот. Вот. 2091. Я жду уже 2 года. И теперь мы сейчас посмотрим это. Давайте. Так, теперь мы будем смотреть. Так. Пишем, ребят. Вот аллигатор. Вот, ребята, это пасхалка, смотрите. Он стал что? Аллигатором? Встретил какого-то мужика, начал кормить и купаться. Так, обнимашки. Он постарел. Так. Вот это пасхалка. Вот, ребят, про эту пасхалку я вам и говорю. Теперь следующее. Да, это про пингвинов. Давайте посмотрим. Так. Офлайн. Заходим на... Блин, не то зашел. Простите, ребят. Ничего. Так. Вот эта карта. Все, теперь нам надо логово пингвинусов найти. Так. Где этот долбанный остров? Так, ребят. Подскажите, где этот остров? Куда я ехала? Так, где эта пасхалка? У нас пасхалки уже на все руки, ребят. А вот. Не этот остров. Не, ребят, мы с вами не найдем. Давайте так сделаем, чтобы понять, куда. Так, вон там обезьяны. Это пасхалка про пингвина. Вот она. Вот вы ее видите? Сейчас. Все, вот она, поехали. Гоняй быстрее. Машина какая-то слабая, зря я ее купила. Даже у нее скорости нет, нифига. Так. Вот, доезжаем на этой пасхалке. Вот. Это пингвины. А теперь давайте посмотрим в YouTube, как они есть. Так, заходим в YouTube. Пишем. Пин.
Пингвины Мадагаскара. Так. Вот. Давайте вот это. Пингвины собираются меня... Нет, это. Los pingüinos me lo van a mascar. Kawasaki. Кончик нелегальный. Каго. Señor, просто валите. Крико. И стрипер. Вот эта пасхалка. Вот, ребят. Заходим. Так. Блин, реклама. Так, ребята. Еще, если вы не знали об одной пасхалке, это Джек. Да, не шучу, это Джек. Ставим порталы. Становимся мелким. Так, все, стали. Побежали. Вот, ребята, это та пасхалка. Вот, видите ее, видите? Все. Все вы знаете про Джекса. Дальше у меня есть дом. А на этом видео, ребят, я вам говорю, заканчиваем. Если вам понравился этот ролик про мой, короче, не знаю. Всем спасибо, ребят, за просмотр, что смотрите мои видео. Наша цель набрать 1000 подписчиков. Короче, всем пока!